В городе завершились 10-дневные совместные учебно-тренировочные сборы бойцовского клуба «Боевой орел». Ежедневные тренировочные занятия по 3 раза в день с повышенными нагрузками. Все это для укрепления физической подготовки и достойного участия на ближайших соревнованиях. На сборах стало доброй традицией участие спортсменов из других клубов республики, регионов страны и даже ближнего зарубежья. Все, с кем я знаком, очень встретили меня дружелюбно, очень добрые люди. Хотя он, может быть, за рубежом все думают, тут опасные ребята, но на самом деле очень доброжелательные, открытые. Мне очень понравилось. Рад, что попал сюда. И спасибо моим друзьям, которые меня пригласили. Наибольшую нагрузку на тренировках получили Умар Абдуллаев, Гергей Шахрурамазанов и Магомед Хакимов. Им всем предстоит выступление в Ингушетии на турнире «Дорога М1. Битва в Назрани». Спортсмены понимают и сложность, и степень ответственности на предстоящих боях. Достойные соперники – бойцы с характером и хорошей физподготовкой. Стараюсь тренироваться, чтобы в бою показать себя, да. В полной мере, как бы, чтобы в бою не было, чтобы потом после боя, как бы, это же можно было сделать, то можно было. Чтобы такого не было, стараюсь выкладываться. Тренировки проходили по нескольким направлениям. Как отмечает тренер клуба, во время боя важно все. Поэтому оттачиваются навыки, мастерство как в ударной технике, работы в партере, так и общая выносливость и умение вести стратегически запланированный бой. Под конец сборов, если так посмотреть, конечно, подходит уже оптимально, очень даже, можно сказать, хорошему, как функциональной, так и технической составляющей. Так как мы здесь работали над всеми аспектами, как вольная борьба, так грейплинг, так и грейплинг, тайский бокс, этому нам помогали наш тренерский штаб клуба. Совместные сборы – это хорошая практика, в которой заинтересованы все бойцы, представляющие различные клубы республики и страны. У каждого из них своя неповторимая философия и внутриклубный дух. Именно поэтому у бойцов всегда есть чему поучиться друг у друга. Хасавюрт в этом плане прочно зарекомендовал себя как гостеприимный хозяин, который всегда рад поделиться опытом и узнать что-то новое для себя. Нажил Абдуллаев, Бурлия Цамбиева, Тагиб Магомед Набиев, информационная программа «Пульс».